Так, ребятки, захотелось мне копченого супчика, музыкального, так сказать, с горохом, капучино домашнего приготовления. О, класс. Вот такой вот кусочек интересный нашел в одном месте. Все разобрали почему-то сегодня, суббота. Нигде нет ничего. Так, я обязательно кинзы взял. Кинза неотъемлемая вещь в моем супе. Конечно, всю рульку класть в суп — это преступление. Можно, конечно, такое сделать, но портится он достаточно быстро, суп такой. Поэтому желательно приготовить и максимум, чтобы на завтра осталось. Не больше. Так. Отлично. Ну, это вот на бутерброды. Пожалуйста. Пятихаточка такой кусочек. Это я еще скажу вам дешево. Кило 300. Чтобы супчик у нас был не такой музыкальный, а был обычный суп, без последствий, так сказать, для слабых желудков, кишечников. Горох нужно замачивать, заранее замачивать. Я замочил его на сутки. Видите, вода, она практически прозрачная. Все, все вышло. 10 раз воду менял за это время. Горох, видите, как распух. Его очень, конечно, много. Обычно в рецептах говорят, вот, столовая ложка. Ну, естественно, не вот такого. Уже размокшего, сухого, на там сколько, 3 литра что ли. Ну, мы побольше сделаем. Я люблю, когда горошек такой разваренный, плавает в супе. Суп густой должен быть. Приступим. Так, ну, в кастрюльку. Я думаю, да, точно. Все. Вот, сантиметра полтора, наверное, покрывает. Так, ну что, на девяточку. Так, во время закипания, да и вообще в процессе варки гороха будет появляться вот такая вот пена, которую нужно обязательно.
закипело. То есть, да? Еще минут 20, пока там закипало. В общем, 2.20 стоит уже. Это точно. Надо переходить к пассеровке. Так, сковородочку на максимум. Маслица. Тут я баранья. Яйца жарил тут. Для аромата. Жирок остался. Лучок. Пару моркови. Луковица. Пополам. Полукольца. Нарезаю. Так, лучок пошел. Жарим лучок сначала. Так, лучок обжарили немного. Вот немножечко у него тут золотистый цвет начал появляться. Лучка. И начинаем морковочку тереть. Так. Первая. Вторая. Так, немножко убавим на пятерочку. И чтобы не подгорело. Да. 4 перчика. Лавровый листик. Все сюда. Молодой чесночок. Вот так вот, наверное, 3. Пока что 3 добавим. Натрем на мелкие терки. Помешаем. В принципе, готово. Сейчас будем добавлять нашу поджарочку в суп. Сейчас немножечко чесночек. Чесночек у нас хватится. Аромат пошел. А тут как? Ну, тут то, что надо. То, что надо. Все уже разварилось. Вот, смотрите. Все. Все готово. Так. Thank you.
3,5, наверное, да, варился. Ну все, скоро будем пробовать. Ну, друзья мои, вот и пришел момент попробовать нам с вами супчик. Горяченький, с куском черного хлеба, круглого, только круглого. Прошу вас, не берите никогда кирпич. Берите что-нибудь более лучше, даже чем круглый. И солью угадал. Мясо тает во рту просто. Горох тоже разварился как надо. Друзья мои, я очень рад, что показал вам свой рецепт приготовления. Конечно, 3 часа. И сколько я вам сказал-то? 4. Это очень долго. Но что поделать, вот горох так варится. Варится долго. Это несмотря на то, что он вымачивался еще всю ночь. Можно поставить побольше огонь, конечно, но включить помощнее. Но мне вот хотелось именно так сделать, чтобы это было не мыло, а был суп самый натуральный, даже прозрачный. То есть не то, что прозрачный, но видно, что там на дне. Очень круто получилось, очень. Блин, советую вообще, просто советую. Можно чесночка еще свежего сюда добавить. Никаких приправ особо не нужно. Тут все делает копченость. Можете взять вот эту вот рулька, да, 350 рублей за килограмм, 500 рублей за вот этот кусок. Можно взять ребра там рублей по 400 и так же варить. Великолепно будет. Так что пробуйте, экспериментируйте, но если хотите вкусно, вот повторите так же. Ничего сложного в этом нет, просто время какое-то занимает. Но это оправдает в конечном итоге. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, пожалуйста. Не забывайте, подписывайтесь, колокольчики ставьте. А то YouTube он списывает просмотры и лайки снимает, и подписчиков. Тоже, если нет активности. Так что помогите, чем сможете. Вам это не сложно.